Детской площадки быть. В поселке Кедровом взамен снесенной осенью игровой зоны построят новую. Принципиальное решение об этом принято. Объект попробуют ввести в одну из муниципальных программ. Уже запрошены коммерческие предложения от фирм, которые смогут реализовать проект. Поданы документы и на выделение денег. Речь о сумме от 1 до 1,5 миллионов рублей. Если средства найдут в этом году, то жители Кедрового обретут площадку до конца 2019-го. Сейчас во всем поселке нет ни одной детской игровой зоны. Снос старого объекта проходил со скандалом. Против тогда высказались все местные жители. Однако площадку все равно демонтировали. Она не отвечала требованиям безопасности. За это время с моего обращения и вот здесь и сейчас, да, проведена такая, я считаю, быстрая оперативная работа. Наконец-то мы, по крайней мере, и жители, и я увидели, скажем так, хорошее отношение к нашей территории. Мы оперативно определили, как должна выглядеть эта площадка сказанного городского хозяйства, с чем она должна комплектоваться, и в том числе мы определили сумму.